Всем привет, ребята, и снова я появился на своем канале. Ребят, так долго не выложил видео, знаете почему? Потому что сильно TikTok как бы затягивает, извиняюсь, если что. Сегодня у нас новая песня, 55 на 55, это Навальный. Давайте посмотрим, конечно же, не забывай поставить лайк и подписаться на канал. Ребят, давайте до моего дня рождения, 25 марта, добьем уже наконец-то эту 1000 подписчиков, ребят, я очень буду благодарен каждому, если мы добьем с вами эту 1000 подписчиков. У меня, ребят, совсем немножко осталось до моего дня рождения, чуть-чуть больше месяца. Так что давайте мы с вами добьем, а мы погнали посмотрим с вами видео. Телефон звонит. Возьми трубку. Витя, привет, это Навальный. Роль готов? Да, готов. Готов. Плату. Хорошо, деньги от Госдепа будут завтра. Это Навальный. Бентли сыну отдал. Это Навальный. Майбах он продал. Нифига, рэп прикольно читает. Долларовый миллионер. Таких людей несколько. Я, например. Это Навальный. Бентли сыну отдал. Это Навальный. Майбах он продал. Это Навальный. Долларовый миллионер. Таких людей несколько. Я, например. С этого момента очень интересно. Также возникает очевидный вопрос. Откуда же взялся Бентли? Ответ один. Я единорос. Рэп — это и есть бизнес. Ребят, он единорос? Единорос. Может, единорог? Не, ну прикольно, кстати, начал вначале бит так читать. Тыц, тыц, тыц. Так прикольно вообще начал читать этот рэп. Идеально. Ну, бит тоже прикольно. Нормально. Ну, а я бизнесмен. Деньги бизнесмен. Это и есть смысл. Накопил, а зачем? Я хочу каждый раз сундуки с золотом. Я хочу рост. О, Майнкрафт. Я хочу каждый раз сундуки с золотом. Я хочу рост. Я хочу Майбах. Дорого. Яхта. Дорого. Дача. Кто, ребят, не хочет роскоши? Вот напишите в комментарии, ты хочешь роскоши. По-любому все хотят роскоши. Богатым быть, ничего не зная, нигде не работать, просто дома сидеть на халяву, деньги получать, ходить, тратить. Бомба, идеально. Прикольно. Да. Яхту он хочет. Кто этот богач и повелитель роскоши? Это Навальный. Бентли сыну отдал. Это Навальный. Майбах он продал. Это Навальный. Долларовый миллионер. Таких людей несколько. Я, например. Это Навальный. Бентли сыну отдал. Это Навальный. Майбах он продал. Это Навальный. Долларовый миллионер. Таких людей несколько. Я, например. Рэп это и есть бизнес. Ну а я бизнесмен. Деньги — это и есть смысл. Накопил, а зачем? Затем. Оу, стопочка долларов. Ну, на этом, ребят, конец замечательной песни. Песня идеально прикольная. Мне понравилось действительно то, что вот это прям так читать начал рэп вначале. Так тынц, 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 тынц. Там вот это я, эй, я Навальный. Там ту-ру-ру-ру. Там, короче, такое вот все. Ну, музон прикольный, мне понравился 55 на 55, прикольно. Я вот первое, это мое первое видео, которое я вот сейчас смотрю, 55 на 55. Мне понравилось, не знаю, как вам, если тебе понравилось, то что, только не забывай поставить лайк и, конечно же, подписаться на канал. Ребят, я пойму по лайкам, если тебе оно понравилось, обязательно. И что я хотел сказать, у меня появился свой TikTok аккаунт, если ты хочешь посмотреть мой TikTok, отвечаю, ты не пожалеешь, если ты фанат Эдисона, вообще просто Эдичку смотришь, тебе обязательно в описании иди, переходи на мой TikTok аккаунт. Так что вот так вот. Думаю, тебе понравилось это видео, и давай подписывайся, ставь лайк. И встретимся с тобой завтра, до новых встреч, пока.